А мне пофиг. Вот куда ты полетел? Не, ну не сопейте! Ну зачем он идет на Белль? Ну куда ты идешь? Ну зачем? Ну ты знаешь, что там Эдгар! Не, забейте. У меня раки в команде, просто рачелы. Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник. И у нас новое испытание, обновление Brawl Stars, значит, у нас... Значит, ребят, вот такое вот включение, я, короче, сделаю так, кто соберет буквы, которые разбросаны по всему видео, получит от меня 15 рублей. Кто первый напишет в комментариях, тот и получит. Смотрите видео до конца, оно может быть в любом месте. Значит, я сейчас буду проходить лунные испытания, которые в соло, тем более. И первый пик, конечно, значит, тут вот такое. Вот такая карта захват кристаллов, поганая западня. Дальше у нас награда за поимку, кремовый торт. Вот такой вот. Ну, такое. И пылающий феникс. Пылающий феникс тоже карта более-менее. Все прокачано до фула. Поэтому можно идти играть. Погнали, попробуем. Значит, что, андроид, блед, ананас. Блед, ананас. Ладно, ничего. Собрались и начали нагибать. Так, значит, тут у нас уже начались какие-то технические неполадки. Ну, тут у нас, конечно... О, он тэпнется сейчас. Забыл. А вот тут вы у нас отлетаете вдвоем. Так, и он начинает душить. Все, перестал душить. Вот так вот делаем. Ой, а что с личиком? Так, он сейчас тэпнется. Блин, или Вольт какой-то, ну, неумный, что ли. Он что-то вообще не тэпается. Ой-ой-ой, вот это мне прилетело, конечно. Я не могу, очень сложно. Кот в танке с нами играет. И Дей Дарочка. Что это такое? Нет, подбирайте кристаллы, убегайте, пожалуйста. Вот, и он в этот момент именно и тэпнулся. Найс, хорошо. Так, все убили. Даже не дали ей открыть это. Все, давай, я собираю кристаллы. Надо его душить. Но он не будет теперь высовываться хотя бы. Плюс. К этому всему он не будет высовываться. Сильно. А, нет, высунулся. Вот и зря. Значит, все. Взяли. Отлетаешь у нас. Так. Даже гаджет не испол... Нет! Убегай! Все, найс. Все, хорошо. Первая победа за нами. Это очень хорошо. Блин, Амбер, конечно, не очень интересная. То есть очень сложно сейчас будет. А, у нас Славик, наемник. А, понятно, 8 кубков у челов, у всех максимум. В сумме у них 8 кубков. Больше, не больше. То есть не меньше. Да, не больше. Хорошо, забрали. Он меня забрал, ё-моё. Ну, у меня какие-то раки играют, вообще не могу. Зачем он кольта взял на это испытание, ё-моё. За него же сложно играть. А надо, кстати, ее дубасить по башке. Хорошо. Все забрали. Хорошо, забрали еще одного. Очень хорошо. Вот этого можно жать. Нет. Фух, пожалуйста. Жить. Хорошо, мы со Славиком выжили. Я не знаю, почему мне попадаются люди с базовыми персонажами, базовые, которые на пути кубка. Вот, смотрите. Вот почему мне Шелли попалась с ником Brawl Stars. Блин, я не могу просто. Я так ору с этих ников. Он еле убил Эль Прима, еле-еле, 84 хп оставили. Пожалуйста, забери! Зачем ты умер, блин? Все, мы... А у них обратный отчет идет, ладно. Играют со мной. Просто боты. Найс, еще раз? Ну не, забейте. Вот куда она ультует? Найс, хорошо. Мне это нравится больше всего.
Конечно, мне выпадает Шелли на дальних дистанциях. Боже мой, ну что она там забыла? Ой, боже мой, кто мне выпал? Ой, хотя бы как более-менее. Хотя бы Бас. А, у него еще пассивка обосранная, наверное. Нет, Славик не выжил. И я, кажется, тоже. Я тоже не выжил. Пожалуйста, Мишка, Мишка, Мишка. Давай, Нита, Нита, забирай кристаллы все. Забирай, забирай. Родная моя. Больно. Я... Нет! Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Эта катка была потная, вот реально. Вот эта вот катка была потная, я прям удивился, почему она такая потная, это вообще. Все, наверное, так и будет. Блэд сосиска, Hate Love. Так, посмотрим, посмотрим. Так, они тоже столпились в кучку. Это тоже неприятно. У нас еще есть Спраут. Это тоже хорошо. Надеюсь, он разобьет стенки, чтобы мне было легче играть. Хорошо, хорошо продамажил. Дамаг идет. Дамаг идет. Дамаг идет, это самое главное. Главное, что дамаг идет. Ну, блин. И главное, кристаллы собрать. Блин, кристаллы надо собрать. Забрал? Ну, нет! Нет! У них сколько... А. Хорошо. Хорошо! Хорошо, хорошо, ладно. Ладно, допустим. Допустим такое. Ну, блин. Ребята, так старался. Нет, блин. Блин, сложно, 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 очень сложно. Омлет куда? Где он зашкерился, у меня вопрос. А, у меня Эльприма, я понял. Я понял Эльприма, в принципе. Он как Спраут сейчас будет просто через стенки наваливать. Вот это он, конечно... Куда он летит? Хорошо, убегай, убегай. Да за... вот зачем ты жадничаешь? Хорошо, хорошо, я даже не убил. Пожалуйста. Вот что он делает? Что делает Эльприма? Ну он стоит просто, он взял кристаллы и стоит, ждет. Зачем так делать? Не, не, ну посмотрите на Эльприма. Он думает, что к нему пойдут люди. Ну блин, ну помоги! Ну помоги! Он вообще не хочет. Не, не, забейте. Забирай, забирай, убегай. Забирай, убегай, забирай, убегай. Пожалуйста, убегите, ради бога, пожалуйста. Что он себе позволяет, этот Эльприма? Пожалуйста, слава богу. Так, кого можно взять тут? Ну тут, наверное, взять, наверное, вот этого надо челика. Динамайка. Фух, ну что он делает? Боже мой, я не могу просто. Я удивляюсь таких людей. А, у них тик. Надо было Морти собрать. Что-то я тупанул очень сильно. Я их застопил. Найс! Ну не умрите, пожалуйста. Я им сейчас все разбомблю, не бойтесь. Он меня убил. Не, ребят, мы проиграем тут. Видите, нас уже депрессирует жестко. Депрессия просто началась. Нет! У нас 16 очков, мы лидируем. Нет, я не застопил! Убегайте, убегайте, ребят, убегайте! Поболело... мы выиграем, мы выиграем. Нормально, нормально. Убегайте! Фух. Пожалуйста. Хорошо, хорошо, хорошо. Я очень сильно потею, ребят, очень сильно. Надо было Мортиса взять, сейчас опять Тика возьмут. А нет, не взяли. Фух, все, хорошо. Взяли, конечно, Байрона, он надоедливый. Сейчас попробую. Хорошо.
Разбомбили. Вот это вот сразу бомбим. Хорошо. Хорошо. Нет. Я хотел, блин, тупо сделал. Нет! Блин, и сори за уши, но тут, блин, вообще киберспорт тотальный происходит. Да подальше все пошло. Поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Ой-ой. Давай, застопил. О, опасно, опасно. Не, я просто не буду умирать. Что ты творишь, Саня? Саня, молодой. Все, хорошо. Хорошо, выиграли опять. Извините за лаги, телефон уже нагружается, не может ничего выдержать нормально. Он у меня и сам лагает. Да, не-не-не, я с лагами буду, я не знаю, почему лагает. Очень сильно лагает игра. Жмем этих метателей сраных. Ой. Хорошо. Давайте, жмем. Сейчас зажмем. Тут бомбежка адская. Убегай, Санек. Хорошо, я в воздухе даже повис. Хорошо. Значит, третий пик мы взяли, то есть второй. Осталось нам только нокаут, да? Что в нокаут взять, вот у меня вопрос. Что можно взять в нокаут? Нокаут, ну, это такое смазливое понятие, конечно. Ну, в принципе, я могу взять вот этого челика, но я не уверен, что он будет хорошо в нокауте. Конечно, надо, чтобы был метатель. Ну, вот можно взять его. Если вы хотите, чтобы я его апнул на 600 кубков первым уровнем, 20 лайков под тем видосом. Ссылка в описании. Ладно, все, погнали. Ух, 20 минут уже играем, ё-моё. Ребят, за это надо поставить лайк, 100%. Все, у нас метатель есть, хорошо. А я буду центр держать, и все. Блин, мне мешается. Нет, главное не умереть. Главное сейчас не откиснуть. Так, хорошо, у нас гном поставил... Блин, вот это было больно, конечно. Хорошо, Эмс убила. Молодец. Хорошо, еще одного убили. Так, еще. Так, все, она далеко. Хорошо, она дала набить ульту. Хорошо. У нас один чел откис. Хорошо, убили. Так, отходим. Нет, блин, да что ж такое? Громный ж не попросил жить, зачем? Последняя игра. Решающая. Жмем. Нет! Пожалуйста! Нет, блин! Ой, значит, Белль, это плохо. Куда ты летишь? Куда ты собрался, дружок? Куда? Нет, это пипец. Хорошо, забирай ее. Не, забейте. У меня раки в команде, просто рачел. Вот куда ты полетел? Не, ну забейте! Ну зачем он идет на Белль? Ну куда ты идешь? Ну зачем? Ну ты знаешь, что там Эдгар! Ребят, все ради вас. Все ради вас.
Вот куда он идет? Куда он лезет, ёп! Хорошо. Так, один в один. Хорошо, ладно. Все зависит от меня. Хорошо. Хорошо, 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 ладно. Допустим. Что ты нервничаешь, дебил? Так, вот тут плохая идея. Я же говорю. Пожалуйста. Хорошо. Давай, давай. Хорошо, ребят, хорошо, 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 ладно. Ладно, допустим, допустим, допустим. Нет, нет, нет. Так, так, живи, живи, живи. Понятно, у него офигенный гаджет. Лучший просто! Давай, убей, убей, убей! Молодцы, ребят, вы просто лучшие! Хорошо, хорошо. Убил? Хорош. Живи, куда ты? Ну, до этого. Хорошо. Хорошо, жмем, жмем. Блин, сложно. Ладно, буду играть от него. Да! Хорошо! Хорошо! Так, там динамайк, 8 бит и Леона. У нас динамайк, а, игром. У нас в основном метатели, а у них 8 бит с Леоном. Убил! Убил! Нет! Забыл кактус поставить, пожалуйста. Вы метатели, вы должны, вы должны, вы обязаны. Даже... Убили? Нет? Куда ты идешь, дебил? Один в один. Давай, давай. Сосай! Давай, давай, давай. Хорошо. Хорошо. Молодцы, ребят! Просто лучшие. Поздравляем с прохождением испытания! Поздравляем, ты выиграешь испытание к лунному Новому году. Твоя награда — новый значок. Спасибо, ребят! Спасибо, спасибо! Офигеть, прикольный значок. Просто прикольный. Все, ребят, спасибо, что смотрели данный видеоролик. Я был очень вашей благодарен поддержке. Мы прошли новое испытание лунное. Поэтому это просто идеально. Спайком, спайком. Но если вы хотите, чтобы я спайка апнул на 600 кубков, конечно же, ссылочка в описании. Поставьте там лайк. Там 2 лайка не хватает до 30. Ой, до 20. Так все. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексоник. Всем удачи и пока.